В недавнем пожаре в частном доме престарелых в Тюменской области погибло 7 человек. Еще 11 не смогли спастись и заживо сгорели в декабре прошлого года в башкирском селе Ишбултино. Подпольный дом престарелых выгорел дотла. Эти события в очередной раз напоминают, что проблемы в этой отрасли существуют уже давно. По закону сегодня для того, чтобы открыть частный пансионат для пожилых, специальной лицензии не требуется. Она необходима лишь в случае оказания в таких учреждениях медицинских услуг. Однако, как правило, владельцы договариваются о сотрудничестве с ближайшим медицинским центром. Поэтому в таких пансионатах проверки случаются куда реже, чем в государственных. А об их существовании власти и оперативные службы, к сожалению, узнают лишь по факту происшествия или жалоб. Так произошло с прославившейся на всю страну Мирой в частном доме престарелых в поселке Зональный города Саратова. Осенью прошлого года больше половины пожилых людей заболели чесоткой. Двое пенсионеров после госпитализации скончались в больнице. Районная прокуратура совместно со специалистом территориального отдела Роспотребнадзора провели проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства на территории пансионата с круглосуточным пребыванием. Это была проверка прокуратуры. В управление Роспотребнадзора поступило требование о выделении специалиста Роспотребнадзора для рассмотрения вопросов, входящих в полномочия Роспотребнадзора. Специалист совместно с прокуратурой Саратовской области осуществили проверку, и материалы были направлены в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. Ну, там нарушения были? Были. А какие? Нарушения разные, как дезинфекционного, так и касающегося здания, строения, сооружения. Поэтому нарушений было достаточно много, но все можно исправить, все можно привести в соответствие. По решению суда деятельность частного пансионата была приостановлена. Кроме того, возбуждено уголовное дело. Установлено, что на момент поступления сообщения в пансионате содержалось 20 граждан, 15 из которых выявлено кожное заболевание, чесотка. Два пациента после закрытия пансионата и их перевода в медицинское учреждение скончались. Контролирующими органами в деятельности пансионата выявлены нарушения требований, предъявляемых к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемиологическому режиму работы подобного рода организаций. В настоящее время по уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти двух постояльцев пансионата, а также для определения тяжести причиненного вреда здоровью 15 постояльцам в связи с наличием у них чесотки. Назначена судебная санитарно-эпидемиологическая экспертиза. В постановлении сформулированы вопросы, ответы на которые нам позволят сделать вывод о наличии либо отсутствии причинной связи между нарушениями и наступившими последствиями в виде заболевания и смерти постояльцев. После получения заключения будет дана юридическая оценка действиям руководства и персонала пансионата. Звоним в тот самый пансионат и пытаемся пристроить выдуманного дедушку. Любезная девушка по имени Анастасия, как ни в чем не бывало, вводит нас в курс дела и приглашает приехать в сам пансионат для заключения договора. Нужно минимум документов, то есть выписки из больницы последние, которые у вас есть, паспортные данные одного из родственников, собственно говоря, дедушки. Также нужен полис медицинский в обязательном порядке. Стоимость будет ваша 900 рублей в сутки. А врачи там их осматривают? Смотрите, мы не являемся учреждением, да, вот, но по отдельному запросу, то есть вы можете вызвать доктора, который приедет, осмотрит. Проверки Роспотребнадзора, пожарные, вот эти все, это у вас есть? Да, да, конечно, все это мы проходим, точно так, как и остальные заведения, собственно говоря, вот так. А сколько там вот вообще человек у вас? Ну, у нас сейчас немного, нет, у нас до 15 человек. Вот, также есть досуговые мероприятия, когда пожилые люди собираются вместе, песни поют, телевизор просматривают. В таком плане. То есть скучно ему точно не будет. Наша съемочная группа в октябре прошлого года снимала сюжет о частном пансионате Мира, постояльцы которого рассказывали нам совсем другое. Ничего нету. Был телевизор, забрали в другое место. Угу. А гулять мы же лежачие. Вы не ходите, да? Нет. Вас не выводят, не вывносят? Ну, нет. Не вывозят? Нет. Когда вы последний раз были на улице? Здесь ни разу не была.
Видели, какие лестницы? Разве можно по таким лестницам водить? Ну, вы летом ни разу, то есть вас летом... Я уже 2 лета не видела. Если верить интернету, то в Саратове всего 4 частных пансионата для пожилых людей, глядя на красивые картинки которых, складывается впечатление, что там-то о людях старшего поколения точно позаботятся. Но на практике все оказывается не совсем так. Еще в одном частном доме престарелых с красивым названием «Усадьба для родителей» времена года совсем недавно, 30 декабря, скончались 2 пожилых людей. Следственным отделом по Волжскому району Саратова Следственного управления Следственного комитета России проводится доследственная проверка. Ну, конечно, они в любом случае умирают, потому что кладут и по 96 лет. Просто деваться некуда. То есть, ну, это не исключить, скажем так. А так у нас все нормально. То есть, да, были проверки. Никуда не деться, нас не закрыли, у нас все хорошо. Мы берем и обычных людей, и деменции берем, мы всех берем, и лежачих берем. Комната 3-4-5 человек, с деменцией лежат отдельно, адекватные отдельно. А вообще у вас в штате медицинские работники, да, или как? Конечно, конечно, обязательно. То есть у вас лицензия есть? Лицензия есть, да. Миф о том, что устроиться в государственное учреждение своего близкого человека сложнее, чем в частное, развеивает заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталья Обрежа. Самое главное должно быть желание самого человека приехать и начать проживать в наших учреждениях. Заявителю дается перечень документов, которые необходимо собрать. При этом нужно отметить, что работники наших учреждений не очень активно способствуют сбору документов и прохождение медицинской комиссии. И в течение 10 дней рассматривается заявление и направляется человек на проживание в интернате. Стоимость проживания у нас в интернате 1300. В это проживание, в стоимость этого проживания входит как содержание, так и медикаменты и питание. Порядка 350 идет за счет внебюджетных средств, за счет оплаты самого проживающего. А около 1000 рублей – это за счет средств областного бюджета. В Саратовской области всего 13 домов-интернатов общего профиля, из которых лишь один приходится на областной центр. Сейчас очередь сюда небольшая, рассказывает Наталья Обрежа. Всего 4 человека. А вот 33 ожидают своей очереди в психоневрологические интернаты, которых в регионе всего 7. 71-летняя Галина Ивановна вот уже год проживает в подъезде своего дома по улице Степана Разина. Как рассказывает дочь женщины, ее никто из дома не выгонял и что у нее деменция. Соседи жалуются на то, что от пожилой женщины исходит ужасающий запах, потому как на лестничной клетке она спит, ест и справляет свои естественные надобности. Периодически женщину лечат в психиатрической лечебнице, но потом ее возвращают, и через какое-то время она снова в подъезде. В этой ситуации пожилой женщине могут помочь в одном из психоневрологических интернатов Саратовской области. У нас есть учреждения, где работают и именно с такими проживающими. В наших учреждениях оказана, как я уже говорила, оказывается не только медицинская помощь, не только организовано питание, уход, присмотр. У нас ведется наблюдение в круглосуточном режиме для лиц, если они в этом нуждаются, если у них есть в этом потребности. Поэтому у нас есть как лица, которые... Лежачие, такие тоже у нас есть. Лица, которые у нас с психическими расстройствами. Более того, вполне возможно, что когда она попадет к нам и начнет проживать в нашем интернате, у нее стабилизируется состояние, потому что они каждый день проходят занятия, которые направлены на поддержание функционирования как головного мозга, так и в целом своего полностью состояния здоровья. Жизненные ситуации бывают разные. Причины того, что заставляет родственников устраивать своего пожилого близкого в дом престарелых, тоже. Иногда оказывается так, что необходимую помощь больному или пожилому человеку в пансионатах оказывают куда лучше, чем дома. Главное, при выборе такого места не ошибиться и не стать жертвой происшествия. А предотвратить это можно, если все частные дома престарелых будут ставить органы власти в известность о том, что они начинают осуществлять свою деятельность.